Благослови, Владико. Благословено Царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Миром Господу помолимся. О Всевышнем мире и спасении душ наших, Господу помолимся. В мире всего мира, благостоянии святых Божиих церквей и соединении всех, Господу помолимся. Святым храме всем с верою, благоговением и страхом Божиим, входящих вонь, Господу помолимся. О великом Господине и Отце нашем, святейшем патриархе Алексим, и о Господине нашем преосвященнейшем епископе Иларионе, честнем пресвитерстве во Христе диаконстве, о всем причте и людях, Господу помолимся. Господу помолимся. О граде сем, о всяком граде, стране и верую живущих в них, Господу помолимся. Изобилие плодов земных и времени мирных, Господу помолимся. О плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных и о спасении их, Господу помолимся. Вы избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу.